Год 208 нашей эры. После многих лет междоусобной войны Северный Китай погрузился в безжизненное оцепенение. Один за другим мятежные правители нашли смерть, отмеча Цао Цао, первого министра двора. И даже император династии Хань склонил перед ним чело. Лишь на юге, где правили стареющий Лю Бэй и неопытный Сунь Цюань, еще бурлили волны своей власти, грозящие смести тиранию Цао Цао. Цао Цао поспешил к императору. Его цель – очернить мирных правителей юга и начать новую кровопролитную войну. Владыка Поднебесный, приветствую тебя. Цао Цао, первый министр, командующий императорской армией. Вчера я молил о войне с Лю Бэем и Сунь Цюанем. Ты внял моей мольбе, владыка? Ты только что покорил север. И войско, и народ сейчас нуждаются в отдыхе. Лю Бэй и Сунь Цюань возомнили, что юг их вотчина. Они затаили зло против династии Хань. Если этот сорняк сразу не вырвать с корнем, он задушит всю страну. Ладно, дай мне время, я подумаю. Зачем терять время, владыка? Мои воины бились и умирали по всей империи во имя могучей династии Хань. Ты забыл о ссылке, владыка? Разве твоя семья поспешила тебе на помощь? Это я избавил земли Поднебесной от мятежников, возомнивших себя императорами. Итак, я поручаю Цао Цао вести войско на юг и разгромить мятежных Сунь Цюаня и Лю Бэя. Да будет так. Битва у Красной Скалы. Фильм Джона Ву. Преодолев за считанные дни тысячи ли, огромная армия императора обрушилась на земли юга и осадила столицу Лю Бэя. Начальник Лю Бэя. Без всякой надежды на победу малочисленное войско Лю Бэя вышло на битву с полчищами Цао Цао в окрестностях столицы. Джан Фэй, военачальник Лю Бэя. Предвидя поражение, верный военачальник Лю Бэя попытался спасти тысячи крестьян от неминуемой расправы. Сам Лю Бэй позаботился о землепашцах, обреченных на изгнание. Повелитель! Лю Бэй, правитель юга. Ваша жена и сын еще в деревне! Стратег Лю Бэя. Генерал.
Цао Цао. Чу Кайлян, есть надежда? Армия Цао Цао сильнее, чем мы ожидали. Сейчас начнет атаку кавалерия. Всадники, как обычно, ударят клином или свиньей. Велите их ослепить, генерал. И запомните, если мы сможем удержать их, все беженцы успеют скрыться. Нам нужны тысячи воинов, чтобы сдержать напор врага. У меня есть план. Шла! Любой. Чекилян. Обоз движется, как черепаха. Беженцы не успеют укрыться до заката. Чтобы сдержать напор всадников Цао Цао, Джан Фею нужна 1000 воинов. Крестьяне о себе позаботятся. Цао Цао нужна победа, а не кровь Чарни. Послушай, старикам, женщинам и детям нужна наша помощь. Владыка, эти крестьяне мешают нам драться. Спасти их значит погубить армию. Крестьяне верны династии Хань. И они поддержали нас в борьбе против Цао Цао. Если мы их не защитим, то какой смысл в этой войне? Хорошо. Вперед! Назад! Но мы еще можем биться! Зачем так легко сдаваться? Это глупо!
нас очень мало. Не защитим беженцев, потери будут ужасны. Войны! Защищать беженцев! Любой ценой! Стою! Сюда! Не терять времени! Защищать беженцев — это приказ! Цао Юнь, спасай сына Любе! Охранять беженцев! Враг бежит. Служат великие воины. Когда-нибудь они будут служить мне верой и правдой. Повелитель, ваш сын цел и невредим. Но ваша жена... Чжао Юнь, встань с колен. Война еще не закончилась. Цао Цао уверен, что сможет подчинить себе империю. Но пока во мне теплится жизнь, я буду сражаться с изменником во имя династии Хань. Господин, пошли меня на юг, ко двору Сунь Цюаня. Сунь Цюаня? Ты думаешь, у него хватит мужества сразиться с могучей армией Цао Цао? Сунь Цюань еще очень юн, но честолюбие ему не занимать. Род Сунь издавна правит югом. Это богатый род, с сильной армией. Сунь Цюань сможет сдержать Цао Цао. И он нуждается в нас не меньше, чем мы в нем. Если наш союз принесет плоды, мы сможем изгнать Цао Цао далеко на север, а потом двинуться на запад и собрать новую армию. Если займем запад, запрем Цао Цао на севере, а Сунь Цюаню отдадим юг, установится равновесие. Одним с Цао Цао не совладать. Господин, Лю Бэй бежал вниз по реке. Если он заключит союз с Сунь Цюанем, я опасаюсь, так что... Так вот, что он замышляет. Если Сунь Цюань заключит союз с Лю Бэем и даст ему убежище, его объявят изменником. И это оправдает вторжение. А. В жилах Лю Бэя течет кровь императора Хань. Но он одряхлел. А Сунь Цюань просто выскочка, лишенный опыта и мудрости. Если немощь и трусость заключат союз, что будет? Дворец правителя Юга. Сунь Цюань, правитель южных земель. Приветствую, владыка. Джуги Лян, я слышал, Лю Бэй разбит, и Цао Цао втоптал его в грязь. Причина его поражения кроется в добром сердце. Он не бросил несчастных беженцев, и отступление затянулось. У Цао Цао большая армия. 800 тысяч. На суше и на реке. Он может покорить всю Поднебесную. Но цель Цао Цао не Лю Бэй, а все земли юга. Цао Цао объявил себя первым министром, и император в его руках – жалкая кукла. Если он подчинит юг,
он захватит трон. Владыка, не вступай в войну! Нет ничего важнее мира! Владыка, не вступай в войну! Ты можешь сдаться Цао Цао, если хочешь. И тогда ты сохранишь свою жизнь. И, быть может, по милости Цао Цао будешь и дальше править землями юга. Зачем драться? Выходит, я хуже Лю Бэя. Нет. Ты славный правитель Сунь Цюань. Во многом подобный Лю Бэю. И у тебя обширные и богатые земли, и сильная армия. Ты даже могущественнее Лю Бэя. Господин, Джугелян знает, как разгромить Цао Цао. Может, ты его выслушаешь? Мой повелитель потерпел поражение, но Гуань Ю, Джан Фэй и Джан Юнь по-прежнему с ним, как и 10 тысяч верных воинов. И военный союз всех южных земель, союз Лю Бэя и Сунь Цюаня, будет выгоден всем. Цао Цао – огромная армия, но солдаты не готовы отдать за него жизнь. И потом, все они северяне и не умеют драться на воде. В поспешности наступления зерно их гибели. Победа! 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 А ты умеешь убеждать. Господин, не дай Джугеляну тебя обмануть! У нас нет никаких причин затевать мятеж против Цао Цао! Не вступай в войну! Владыка, ты скрывал до срока свой дар полководца. Но если не обнажать меч, меч заржавеет. Нет, повелитель, он хитрит с тобой. Не слушай его. Прогони, прогони. Довольно. Я устал от трусливых речей. Дайте мне все обдумать. Я приму решение. Мы вознесемся под облака на могучих драконах. И поднебесная подчинится единой власти. Земли этого истину рай. Жаль, что Цао Цао превратит эту благодать в прах. Ты почти убедил владыку Сунь Цюаня. Осталось убедить еще одного человека. Соправителя Джоу Юя. Именно. Да, он заменил Сунь Цюаню старшего брата. Его покойный отец говорил, в вопросах дипломатии... Спрашивай совета у Джоу Юя. Его ставка сейчас у Красной Скалы. К нему и обратись.
Стройся! И еще одно крыло. Это дикий гусь. Неплохо. Но уже устарело. Сюда. Дай сюда. Джао Юй, правитель Южных земель. Ваша честь. Сыграй-ка. Спасибо. Господин, это Джугелян, посланец Любея. Приветствую. Здравствуй. Зачем тебе нужен веер? Старые привычки не умирают. Стараюсь остудить голову. Горячности я не увидел. Сюда. Что смешного? Я не смеюсь, а любуюсь. Эти воины могут драться, наслаждаясь дивной музыкой. Ты искушен в войне? Немного. И мои построения устарели. Я лишь шепнул, а ты услышал. У меня очень острый слух. Генерал Гань, Джугелян говорит, что наши построения устарели.
Сила построения в сердцах воинов. А все остальное пустяки. Неужели? Да, это генерал Гансин. Дай копье! Держать разучился! Сжимай крепче! Еще раз! Генерал Син и его воины когда-то были жестокими пиратами. Не советую ему перечить. Не бойся! Простите, простите. Владыка, времени очень мало. Нам биться или сдаваться? Лосу, хватит о войне. Да. Я уверен, что ты искушен в музыке. Может, сыграем вместе? У меня мало опыта. Хватит. Ты скромничаешь. Если вы добьетесь гармонии, будете совершенными союзниками. Цяо. Ее отец оценил меня по достоинству еще в юности, но я видел ее лишь раз. Сейчас она жемчужина Поднебесной и жена Джоу Юя. Когда я захвачу земли юга, она станет моей. Обсудив будущее союза? Его ответ был в музыке. Он готов драться с изменником. Мой брат начал эту войну. Из-за любви к женщине? Конец надеждам. Война неизбежна. Мы не сможем сдержать Цао Цао, но мы укрепим мир. Лишь на время. Пинь-Ан, почему ты без конца пишешь мир? Пинь-Ан — это просто
Имя? Прижмись. Слышишь что-нибудь? Прислушайся. Ходят слухи, что женщин и детей увезут из города. Мне тоже уехать? Тебя я не отпущу. Я хочу, чтобы ты была рядом. Цао Цао провозгласил себя первым министром. Если он подчинит земли юга, он захватит трон. Решил биться. Это всем вам ясно? Любого, кто заведет речь о мире, ждет такая участь. Джоу Юй, Чэнь Пу, Лусу. Здесь. Здесь? Здесь. На колени. Джо Юй, мой соправитель. Чэнь Пу, его правая рука. Лусу, командующий армией. Мы заключим союз с Любеем. И разобьем Цао Цао. Воистину! Зачем ты пришла? Драться. Драться? Война — это тебе не шутки. Ты думаешь, что я шучу, да? И женщины могут послужить династии Хань. Перестань, дитя. А кто это? Сестра правителя Сун Цуаня, принцесса Шансян. Послушай, ты хоть раз была в битве? Лиха беда начала.
После первой битвы я молился, чтобы не было второй. Завтра я буду сражаться вместе с вами. Стойте! Стойте! Подождите! Еще раз! Быстрее! Скромная и чистая дева. Скромная, чистая дева. Лучшая жена для мужа. Лучшая жена для мужа. Зачем нужны книги, если нет еды? Когда-нибудь ты поймешь, что знание – это хлеб насущный. Генерал Джао. Чукилен, приветствую. Это соправитель Юга Джоу Юй. Любэй, приветствую! Славные воины, войска Сунь Цуаня, дар небес. Я искренне благодарен. Союзники – это друзья, а друзьям церемонии ни к чему. Осмелюсь спросить, сколько у тебя полков? 30. 30. Может и не хватить. Это у нас слабая армия. Твоей хватило и одной битвы. Кого ты победил? Ответь, и все посмеемся. Над чем посмеемся? Ты сам проиграл все битвы! Лучше терпеть поражение в бою, чем вечно дрожать от страха! Что? Мы похожи на врагов, а не на друзей. Джоу Юй, что ты скажешь? Очень крепко. Даже слабые стебли становятся сильными, если сплести их вместе. У вас добрый правитель и отважные военачальники. Мы дети Юга, опора всей страны, надежда всего народа. У меня лишь одна мечта, и это мечта о единстве. И если мы вместе, мы очень сильны. И нас не победить. Господин, прибыл гонец из южных земель. Сун Цюань получил мое послание? Получил. И каков ответ? Пустой свиток. Что это значит, повелитель? Юнец решил биться. Если ты идешь на войну, зачем тратить слова? Отрубить ему голову! За первого мученика Юга! Цао Цао казнил невинного гонца, чтобы подавить наш боевой дух. Но я не боюсь. Я ждал этого дня. Джоу Юй любит биться на реке, так? Сяо Мао и Джан Юн рвутся в бой, и им не занимать опыта. Прекрасно. Направить корабли вниз по реке.
Адмирал Цяо Мао ведет сильный флот. И ветер, и течение на их стороне. Атаки с реки нам не миновать. Ваша честь, когда выступаем? Еще до рассвета. Он нетерпелив и нападет ночью. Нет. Лучше ночью. Но зачем ему такая поспешность? На войне он знает одно слово. Быстро. В прошлый раз его всадники проскакали 150 ли за 3 дня и застали нас врасплох. Перебежчиков он ставит вперед, а верных воинов всегда сзади. Вы двое и мой брат возьмете под начало флотилию. Прочие генералы поведут конницу, чтобы прикрывать корабли. Где их главная цель? Что скажешь? Цель здесь. И у Красной скалы твоя ставка. Ты все предвидел. Ты сказал, что моя тактика устарела. Моя устарела еще больше. Построение черепаха. Воистину устаревшее. Но в иных случаях воистину незаменимое. Если они думают, что я нападу с воды, то Джоу Юй и Джу Гэлян просто глупцы. Адмирал Цяо Мао, твоя флотилия лишь для отвода глаз. Ясно. Возьмите 2000 всадников и захватите их врасплох. В пехоте и коннице сила, Цао Цао. Зачем ему нападать с воды? Что ты скажешь? Цао Цао не раскрывает своих целей, даже приближенным. И холмы пусты. Только черепаха не струсила. За ними! А если засада? Думаешь, я боюсь женщин?
ловушке. Черепаха пригодилась. Мудрое решение. Стройся! Назад! Назад!
будем бить. Убирайся. Нас разгромили. Не может быть. Мы всегда побеждаем. Это сущий пустяк, друзья. Для паники нет причин. Сегодня им удалось перехитрить старого лиса. Смотрите. Мы приблизились по реке при свете дня, но ни один корабль южан не вышел на битву. Вместо этого они устроили нам засаду. Они ждали нас на дороге. Нельзя их недооценивать. Эти мятежники очень хитры. Брат мой, на берегах реки нет обороны. Нужно ударить по врагу с воды. Наши воины должны отдохнуть и изучить эти берега. Скоро мы пересечем реку. Мне не терпится выбить на Красной скале мои стихи. Лагерь! Разбить там лагерь! Напротив Красной скалы. Победа! 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 На эти корабли. Если пустить на дрова, их точно хватит лет на 100. Как с ними справиться? Цао-Цао клялся, что у него 800 тысяч воинов. И, похоже, он не солгал. У него слабая армия. Одна черепаха остановила его конницу. Да, они застряли. И для них это гибель. Что скажешь? Цао-Цао решил ударить из-под тишка конницей. Хотя мог запросто напасть с реки. Он совершил ошибку. Теперь он пустит в ход корабли. Я в этом уверен. Цао-Цао лишь испытывал нашу силу. А свои силы он бережет. Ждем решающей битвы. Я смогу ухаживать за ранеными. Смотри, как я забинтовала тебя. Обернула, как рисовый шарик. Может, Цао-Цао не такой жестокий? Он лютый зверь. И он опытный воин. Готовый на все ради победы. У него есть армия. Но совсем нет друзей. И в этом ты его сильнее. Повернись ко мне.
Корабли выстроены очень странно. Во всем есть своя слабость. Важно только ее найти. Мы найдем. Цао приказал им играть каждый день. И теперь у игроков отменная сноровка. Держись рядом! Рядом! Живо! Терпи, терпи. Как ветер. Господин, у Джоу Юя мало воинов. Южан спасет только хитрость. Ничтожная победа разожгла гордыню Джоу Юя. Но на хитрость он не способен. Он дерется только лицом к лицу. Стелись, как трава. Победа на реке зависит от адмиралов Цяо Мао и Джан Юна. Вот пусть завтра они и покажут себя. Мы верны вам до самой смерти. Ярись, как пламя.
Будь неуязвим. Он забил! Молодец! Молодец! Ненавидишь войну, но читаешь искусство войны. Чтобы лучше понять тебя, я заглядываю иногда в твои книги. Тысячи книг не сравнятся с чашкой чая. Я рада, что чай тебе по вкусу. Ты держишь меч так, словно знаешь, как победить Цао-Цао. Вот бы позвать Цао-Цао на чай, забыть о войне и любоваться пейзажем, вдыхая ароматы. Он вряд ли оценит твой чай. Из-за болотных испарений солдаты болеют. Война подрывает их силы, и любая зараза валит их с ног. В армии свирепствует тиф. Он излечим? Да, конечно. Но не в одночасье. Сколько умерло? Больше сотни. Через пару дней тиф поразит всех. Умерших надо похоронить. Только сжечь. Лишь это остановит заразу. Эй, готовьте костры. Хорошо. Постой. Пошли! Живее! Построиться! Подтяни лодку! Подтяни! Подтяни лодку! Что это в лодке? Мертвецы! Это вражеские солдаты! Эпидемия. Доложить генералу! Слушаю! Оружие и доспехи сложить здесь, а трупы сюда. Отойди. Не трогайте! Все они умерли от тифа! Прочь! Можете заразиться! Прочь! Ничего не трогать! Убирайтесь! Все должны уйти живо! Отгоняйте отсюда крестьян! Подумайте о себе, это место заражено! Уходите немедленно! Цао-Цао не знает жалости. Я приказал запереть солдат, которые нашли трупы, чтобы не заразились все. Ну а крестьяне? Боюсь, что многие больны. Цао-Цао до коварства опустился. Он пугает нас. Ну и что мы сделаем с трупами? Это трупы наших врагов. Скормить их рыбам и все. Молчи.
Схоронить их. Нельзя. Только сжечь. И пою песни. Кто знает, сколько нам суждено прожить? Жизнь человека, как утренняя роса. В прошлом дне без счета, в будущем все наперечет. Кто развеет мои печали? На вино лишь надежда. Я пью до дна. В свете луны меркнут звезды, на юг летят вороны. Где собьют они гнезда? Где отыщут покой? Скалы мы покорим, опустимся в глубины морей. Стихии мы обуздаем и усмирим. Чай горячий. Многие заразились. Хватит снадобий. Кассия здесь редкость. Но наши лекари всюду ее ищут. Ищут Кассию? Кассия излечит тиф? Лишь облегчит страдания больных. Для лечения нужно другое снадобье. Быстрее! Вытащить солдат! Поживее! Все за мной! Сюда! Эй, стойте! Что вы задумали? Генерал! Что вы делаете? Больных нельзя переносить! Одумайтесь! Одумайтесь! Умоляю! Быстрее! Умоляю! Сажайтесь! Одумайтесь! На коней! Стойте! Стойте же! Они еще больны! Всех на коней! Быстрее! Куда же вы? Уезжаешь? Джо Юй, зараза сильнее нас. У меня всего 20 тысяч воинов. Если так пойдет, я лишусь всех. Сейчас я должен отступить и все обдумать. Накануне битвы ты отступишь? Ты сам предложил этот союз. А когда все рискуют жизнью, ты бежишь? Это предательство. Мы верны слову, но смотрите! Что стало с нашими воинами? А наши солдаты пусть гибнут, но... Изменник. Кто изменник? Дзяньфэй. А? Любэй, нас ждет сражение. Как вы можете... Джугилян. После многих лет поражений я не могу рисковать всем. Даже воины подвластны законом всего живого. Но мы потеряем доверие друзей. Я знаю, ты человек слова. Но во времена хаоса жертвует честью. Я уступлю и боль, и славу другим. Ты еще вспомнишь меня и поймешь.
Любей. Я не таю зла. У тебя храбрые солдаты. У нас была общая цель. Но путь к ней тернист. Удачи. Удачи. До встречи. Ты не уедешь? Я верен слову. И что начал, закончу. Упрямец. А вернее, безумец. Все мы безумцы. Ваш чай, господин. Брат, есть новости. Затея Стивом удалась. Земли юга погрузились в хаос. И еще. Любей увел свою армию. Союз разрушен. Хорошо. Приветствую, Ваша честь. Приветствую, Ваша честь. Ну, адмиралы, мои корабли уже готовы? Все отлично, владыка. Мы сцепляем их железными балками. Наши воины с севера, и битва на воде для них вновь. Теперь наши корабли подобны твердой земле. Даже сильный шторм не укачает солдат. А как же плыть? Очень просто. Убрать балки! Открыв запоры на балках, мы разделили корабли. Флотилию можно построить в боевом порядке. И сразу в бой. Вы искусные флотоводцы, я это признаю. И щедро награжу вас. Благодарю, владыка. Повелитель, у коварного Цао-Цао сотни тысяч воинов. А у нас всего 30 тысяч. Перевес воистину огромный. Как же нам драться? Эта битва решит судьбу юга. Мы должны драться. Сколько у нас стрел? Меньше 50 тысяч. Любей забрал с собой 1040, когда сбежал в свое царство. И все-таки победить можно. Мы уничтожим оружие врага. Хорошо. И что ты задумал? Если украсть их оружие, они струсят. Мы похитим 100 тысяч стрел, и врагов охватит страх. Да. Я отвечаю за стрелы. Так мы и поступим. Ночью звезды, днем кучевые облака. Скоро опустится туман.
Странная на юге погода. Просто чудеса. Почему посреди зимы грохочет гром? Вы слышите? Враги! Враги приближаются! Враги! Враги! Расцепить корабли! Отряд Евроти! На перехват врага! Вперед! Живо! Стрелы к бою! Готовь! Корабли в ряд! Держать строй! Огонь! Стучите в барабаны! Взять огонь на себя! На слух целится! Огонь! Они трусливые мыши. По местам! Все по местам! Спасибо, Цао-Цао, за твой дар. Спасибо, спасибо, спасибо. Чудеса! Джигилян, сюда! Смотри! Смотри!
Скажи, Джугилян, как ты узнал, что опустится туман? Если ночи ясные, а днем облака, жди тумана. Если ты познал небо и землю, гармонию инь и ян, то солнце, луна, звезды, ветер, лес, горы, вода и огонь — твои верные солдаты, друг мой. А, так ты разгадал тайны матери природы. Увы, один потерян. Эй, вернитесь! Какая жалость. Вернитесь! «93 800. 94 000. 94 200. 94 600. Ха-ха-ха! Будем стрелять Цао-Цао его же стрелами! Забавная! Грядет битва! Слушайте! Через два дня мы пересечем реку и победим! Мы победим! Слушайте все! Через два дня наша армия пересечет реку! Приветствую всех. Извините, что опоздала. Хорошо, что цела. Что с тобой случилось? Пустяки. Я упала в грязь, когда лезла через стену. Шансян, где тебя носило? Я не знал, что и думать! Говори! Враги готовы к атаке. Шансян, ты вернулась. Сяо-Тяо. Шансян. Не смотрите. Сяо-Тяо, держи. Размотай. Ну, давай. Да. Это карта лагеря Цао-Цао. Как бы ты атаковал на месте Джоу Юя? Он человек хитрый. У него хватит воинов только на одну атаку, и все они нападут на флотилию. Им нужны ярость и сила стихии огня. Огонь? Сомневаюсь. Если у тебя мало воинов, призови стихию. Где же еще им черпать силу? В огне, конечно. Здесь и думать нечего. Жаль, ничего не выйдет. Сейчас ветер с северо-запада. И огонь уничтожит как раз их корабли. Бросив в битву огонь, они сгорят дотла сами. Сейчас огонь — наше оружие. Да. Нагрузить корабли углем. Завтра мы сожжем их ставку у Красной скалы. Армия Цао-Цао готова к решающей битве. Этой ночью решится судьба нашего царства. И нам нужно драться, не щадя своих жизней. До последнего вздоха. Шансян, что это за линия между кораблями? Смех, да и только. Они сцепили все суда, чтобы воинов северян не укачивало. Сцепили железными балками с прочными запорами. Хватит болтовни. Как мы будем действовать? Цао-Цао неудачно разместил ставку.
Мыс очертаниями похож на крюк. Если их атака захлебнется, они обречены. Отступать некуда. Мы бросим на них огонь. У нас выгодное положение. Если мы подожжем передние корабли, враг окажется в ловушке. Да, сожжем их. Дайте мне 10 кораблей. 2 ударят по флангам справа и слева. А остальные 8 прорвут центр и устремятся вперед. Мы прожжем себе путь. И тогда вы бросите в бой главные силы. И пусть их гораздо больше, мы сокрушим врагов. Если бы Любей не увел конницу, мы бы напали на ставку врага с тыла, и тогда мы бы точно победили. Ветер на стороне врага. Дует с северо-запада. Мы сожжем свои корабли. Цао-Цао знает, что ветер за него. И он атакует огнем. Что ты молчишь? О чем думаешь? Смотри. Темная пелена окружает на востоке дневное светило. Странно. Не так ли, Шансян? Ответь. Что это значит? Ветер скоро переменится. Еще в древние времена заметили, что если теплой зимой пелена окружает солнце, то на Янцзы дует летний ветер в разлад со временем года. Летний, ты говоришь? Юго-восточный ветер. Этот ветер дует на северо-запад. Да. Джугилян, ты уверен, что ветер изменится? Этой ночью или завтра утром? История учит, что ветер – сильное оружие. И оно в наших руках. Нужно задержать атаку врага. Лишь в этом наша надежда. Вам нужно. Иди. Давай. Так-то лучше. Да. Отлично. Западный ветер очень силен. Никогда он не переменится. И нам не удастся приблизиться к кораблям врага. Не унывай. Ветер еще придет. Повелитель! Повелитель! Ужасная весть! Ваша супруга! Она исчезла! Thank you.
Мой дорогой муж, когда ты будешь это читать, я буду на пути в лагерь Цао-Цао. Обещаю быть осторожной и действовать наверняка. И еще я надеюсь, что ветер переменится. Пока жива вера, жива надежда. Чистые воды Янцзы, изумрудная листва в горах, птицы, вьющие гнезда, рыбаки, поющие вечерами тихие песни. Все это наш дом, наша прекрасная родина. И наш народ с радостью жертвует собой ради нее. Я не могу оставаться в стороне. Уже 3 месяца я ношу нашего сына Пиньана. Я скрыла это из страха тебя отвлечь. Заботясь о нашем ребенке, нельзя забывать обо всех детях южных земель. Не тревожься, муж мой. Я вернусь с нашим сыном домой. Одна. Чжоу Юй, нужно изменить наши планы. Твоя супруга в беде. Я пошлю лучших воинов, чтобы вырвать ее из лап Цао Цао. Прекрати. Все наши силы сосредоточим на главном ударе. Нельзя делить армию. Ваша честь, мы не можем сражаться в одиночку. Без наших союзников у нас мало надежды на победу в битве. Я никогда не изменял мечте. Для победы мечты мало. Когда же придет ветер? Я все рассчитал.
Ветер изменится еще до рассвета. Если не растеряешь веру в друзей, зажги свой фонарь. Если с твоей женой случится беда, тебя не сломит отчаяние? Однажды я видел тебя в моем родовом замке. Уже в юности ты была красавицей, жемчужиной поднебесной. Ты усердно изучала чайную церемонию и любила ловить бабочек. Ты начал эту войну из-за меня? С чего ты взяла? Мой отец любил тебя всем сердцем. В те времена Цао Цао еще верил в справедливость и верность трону Хань. Ты был юным героем. А теперь я надежда и слава поднебесной. Ты жестоко убил очень много людей. Я слышал, что многие из южан больны. Да. И что Лю Бэй сбежал, а союз южан распался. Да. И Джоу Юй остался один? Он тебя послал. Я сама так решила. Зачем ты пришла? Отведи войска. Победа за тобой. Зачем проливать кровь? Нет. Джоу Юй должен сначала признать мою власть. Это еще зачем? Я пришла не ради мужа. Я пришла ради народа моего царства. Умоляю тебя. Не нужно крови и боли. А если пути назад нет? Хватит. Ты увидишь, как я разгромлю Джоу Юя. Я отведаю твой чай, когда разобью врага. Выпей хоть чашечку. Успокой душу. Никто не оказывал нам почести. Ну что? Мы и сами знаем себе цену. Слушайте!
Скоро все наши корабли нападут на флот Цао-Цао. Пока корабль не охвачен пламенем, не вздумайте прыгать за борт. Есть! Не боитесь смерти? Не боимся! Я так и думал. Все? Написали родным. Да! Постой. Не спеши. Оцени цвет и аромат чая. О! Почему не начинаем атаку? Ветер ведет себя странно. Я знаю. Все из-за чая этой женщины. Чая? Заварить чай? Разве так трудно? Листья, огонь, о, вода, посуда. Все имеет значение. Труднее всего вскипятить воду. Вскипятить? Угу. Смотрите! Ветер затих! Сначала пузырьки шипят и напоминают рыбьи глаза. Потом по краям начинают бурлить фонтаны. Значит, пора заваривать чай. Если вода брызжет через край, время упущено. И надо все начинать сначала. Владыка, ветер переменился. Как мы и думали. Чего же мы ждем? Союзников. Каких союзников? Ведь Лю Бэй сбежал 2 дня назад. Именно так Джоу Юй и задумал. Лучшие замыслы зреют в глубокой тайне. Хватит, хватит. Господин, это отражение твоей души. Твое сердце переполнено честолюбием, и оно не вмещает никого из других людей. Ты устремился сердцем к Красной Скале, и это опустошает твое сердце. Господин, ты чужд искусству чая? Ваша честь, отдайте приказ. Время пришло. Ровно в 2 часа. 10 лучших кораблей устремятся на флотилию Цао-Цао, поджигая все на своем пути. И тогда Джао Юнь ударит по восточным воротам ставки Цао-Цао, чтобы отвлечь внимание врага. Лю Бэй, Гуань Ю и Джан Фэй ворвутся в ставку через западные ворота. Лекаря! Повелитель! Зовите Хуатуо, поживее! Повелитель, Хуатуо уехал. Что ты сказал? Хуатуо уехал.
Точный господин! Изменился? Не может быть. Корабли врага идут! Генерал, корабли врага! Расцепись сюда! Расцепись сюда! Что это такое? Повелитель, это их фонари! Я сделал все, что мог. Этой ночью решится судьба Империи. Ошибка недопустима. Чугелян! Ты все-таки оказался прав! Докладываю! Корабли приближаются очень быстро! Расцепить корабли! Расцепляем, владыка! Вперед!
вышло.
владыка! Наш флот разгромлен! Все наши корабли затонули! И сдается мне, что вдобавок сгорели дотла. Да, господин. На реке ни звука. Еще дерутся. Они отдадут за меня жизни. До последней капли крови драться. Это главный закон войны. Все вместе! Стреляйте! Берегись, если не трусы! Вернись! Берись! Изменник! Держись, сынок! Победил всех полководцев. Я сломил каждого из них.
Я избранный. Ты вовремя. Я знал, ты не подведешь. Я же сказал, мы встретимся. Гансип погиб. Он погиб не напрасно. Огонь близко. Пора спасать Сяо Цао. Так найдем ее. В одночасье погибло все. Из-за этой ничтожной девки. Из-за нее сорвалось наступление. Я убью ее! Смерть ей! Дальше ни шагу! Убью эту ведьму! Джоу Юй, гроза юга. Изменник? Молчать! Я еще первый министр. Вот уж не думал, что меня победит ветер. Ты не понял, чего хотят звезды. Меня победил ветер в союзе с чашкой чая.
Для тебя что биться, что пить чай. Как жаль. Ты не знал, за что ты бьешься. Император Хань велел мне подавить ваш мятеж. Мы слуги династии и враги тебе. Крыша! Мальчишка, я сполна насладился охотой. Стреляй! Я первый министр императорского двора. Мятежников ждет жестокая смерть. Но если признаете мою власть, я вас великодушно помилую. На колени, изменники! Ты обречен. Бросай свой меч. Убей их! Убей их всех! Сяо Цао! Все в порядке? Да, с нами все хорошо. Проклятая ведьма! Все беды из-за тебя! На колени, мятежник! На колени, и я пощажу Сяо Цяо. Мы ее защитим. Кто мы? Они, что ли? Это отребье! Они мои друзья. На войне нет друзей. Завтра они будут твоими врагами. Что стоишь? Столкни ее! Тебе конец! Кратко! Ты цела, жена? Вставай. Ступай туда, откуда пришел, и не возвращайся.
сколько горя. Встреча, союз, а теперь разлука. На свете много героев, но тебя я чту превыше всех. Не дай нам небо стать врагами. Да. Сейчас я вернусь домой и высплюсь. А с землей ты в ладу? Я посадил как-то лотосы, но они завяли. Не скромничай. Этой земле ты принес мир. И в нашем союзе я обрел надежных друзей. Что бы ни случилось в жизни, я не забуду их имена. Я тоже тебя не забуду. Джугэля, пусть этот жеребенок никогда не станет боевым конем. Обещаю. Режиссер Джон Ву.